Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 152. Нам дан тупой угол АОБ, и нам нужно построить такой луч ОХ, такой, чтобы углы ХОА и углы ХОБ были равными тупыми углами. Построим биссектрису угла АОБ. Для этого мы проведем окружность произвольного радиуса, но с центром в точке О. Эта окружность пересекла стороны угла, обозначим точки пересечения буквами М и Н. И построим две другие окружности с радиусом, равным отрезку МН, и центрами в точке М и в точке Н. Эти две окружности пересеклись в точке, обозначим эту точку С, и теперь проведем прямую через точки О и С. У нас получился луч ОС, и этот луч ОС является биссектрисой угла АОБ по построению. Раз ОС – это биссектриса угла АОБ, тогда угол АОС равен углу СОБ. Вот эти углы равны. Но угол АОС и СОБ – это острые углы, а нам нужно построить тупые углы. Тогда рассмотрим угол, обозначим луч ОХ. Это продолжение луча ОС. И рассмотрим угол ХОБ и угол СОБ. Эти два угла имеют общую сторону. Обозначим угол ХОБ двумя черточками. Эти два угла имеют общую сторону ОБ, а две другие стороны этих углов ОХ и ОС являются продолжением друг друга. Значит, угол ХОБ и угол СОБ являются смежными. Причем, если угол СОБ острый угол, то угол ХОБ является тупым. Сумма смежных углов равна 180 градусам. Отсюда угол ХОБ будет равен 180 градусов минус угол СОБ. А теперь рассмотрим смежный угол для угла АОС. Угол ХОА. Угол ХОА и угол АОС будут смежными, поскольку они имеют общую сторону ОА, а две другие ОХ и ОС являются продолжением друг друга. Причем, если угол АОС острый, то угол ХОА будет тупой. Сумма смежных углов равна 180 градусов. Тогда угол ХОА будет равен 180 градусов минус угол АОС. Мы получили выражение для угла ХОБ и для угла ХОА. Причем в этих выражениях угол СОБ равен углу АОС. Значит, тогда тупой угол ХОБ равен тупому углу ХОА, что и требовалось построить в нашем задании. Задание мы выполнили. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.